устанавливать 4 часа времени. В принципе, как бы средний цикл. Если у вас входы аварийные, быстро, хорошо сгорают, то берите даже меньше 4 часов. Это уже как бы делать все будет. Но 4 часа, в принципе, всегда достаточно для одного цикла. По истечении 4 часов у нас отключается сигнал на подсветке. Тумблеры останутся включены также, но сигнала на подсветке, соответственно, грелку больше не загорятся, пока вы не включите. Чтобы не путаться, рекомендую всегда прокладку вентилятора оставлять включенными. Включайте только можно до достижения 50 градусов цифровых камер, чтобы не разбавить грелки. Потому что когда тепло, в установке, соответственно, температура, если вы включаете грелку, то тепло еще. Выходы и выходит через грелку, грелки разбавятся, если это будет до 100 градусов. Поэтому вентилятор продукты выключается только по достижению 50 градусов. По температурам все установлено, вам ничего трогать не нужно, ни вентилировок, ничего не надо делать. Работайте только на линейке и переключайте для себя. Включаем камеру дожига. Заслонка вот эта пока закрыта, пока она разогревает. Камеру дожига, это цифра 1, разогреваем до примерно 300 градусов. В это время мы производим закладку отхода цифрового. Мы отходы цифрового жилья, закрыли основную камеру, закрыли все. Вот через 300 градусов включаем камеру ПО. Все. Включаем основной тумблер. Продувку вентилятора рекомендую просто оставлять. Не выключайте все. Закончили работать, выключили автомат. Все, включили, у вас продувка вентилятора включена. Включаем камеру дожига. У нас отпускается. Так как мы идем, закладываем отходы, закидываем на поверку, заложили отходы, закидываем на поверку. Если там где-то,
другого. Он просто есть, чтобы его не срезать, а пусть нет. Что я? Все же один раз, потому что не срезать. Да, эти задачи не все закрыли. Затянули все это дело. Камера тоже, значит, она включена, да? Да, она сейчас работает. Вот эти вот. Они открываются, когда включить горелки в этой камере. Вам? А, их открыть нужно будет. Их нужно будет открыть, когда включатся горелки, чтобы шла подача воздуха, и все. Тут с фанатизмом, с трубами, со всякими, затягивать не надо. Да, все вручную. Все. Так, тут у нас все какая-то не открывается. Вот у нас идет процесс нагрева. Соответственно, до 300 она нагрела. Держим.
оранжевое мигнуло в пикселе. Она начинает мигать. До 10 миганий. Вот она подмигивает. Раз. Два. Все, активирует. Два мигания, соответственно, нет фиксации пламени, работает тот элемент. Это удобный фен, грубо говоря, когда что-то будет происходить такое, еще раз повторюсь, это не скоро. Веревки будут выходить вот так вот из строя, они будут запускаться. Смотрите, не пластик, уберите на ошибок. Мне не надо, вот так. Все, в принципе, когда это по телефону не было здесь смазки, чтобы нам приходилось приезжать на место и запускать. Вот, но, в принципе, по веревкам вот. Солярка хорошая, все будет нормально работать. У нас полгода при круглосуточном обслуживании. Если будете работать дневную смену, то хотя бы раз в год. Разбираем кухню горелку. Все. Из этого же режима выйти также. Нажимаем, держим. Оранжевое метнуло. Дальше у нее идет режим считывания компьютера. Следующий раз нажимаем, держим. Нажал вход. Пара. Если там засадку, хрупкие сразу же старайтесь, мы сейчас уже не попадало, не кидайте. Не такие хрупкие, прям что там хрупкого цикла, но лучше не кидать. В принципе, все. Вопросы какие-то на кухне. Я оставлю все понятно. Я номер телефона оставлю ребятам, они все равно при первом запуске все равно будут вопросы.